Тетушка, запылятся тут ваши занавески. Интересно. Софийка, ты что тут делаешь? Да вот занавески пылились, и я их решила поправить. Скажите, пожалуйста, новую кровать купили. Тут-то Василуца стала позже всех выходить в поле. Кума, кума, что там? Да вот занавески убрали в комнату, а то ветер рвал их в клочья. Теперь вот глядим на жизнь молодую. Боже мой! Вот ведь недаром говорят, что любящая баба зверь. Ой, так чисто, так красиво убрала она этот дом. Словно 16-летняя невесточка после свадьбы. Да небось, ты тоже постаралась. Ой, косить мне я постаралась. Я бы сказала, повылаки, такая, какая есть. Хочешь, поживем, а не хочешь, так и не надо. Конвертов понакупили, а? Так еще бы не понакупили. Каждый день Ориону письма пишут. Да только тот-то не дурак, как узнал. Ха, ни одной строчки не написал. Ни ей, ни хромому учителю, ни Панагике, с которым у них любовь была. Ни единой строчки. Ой, исхудала бедная Василуца. И вся как-то осунулась. Осунулась. Небось, ты б тоже осунулась. Ой, да, косетней я бы осунулась. Я бы сказала, повылаки, ну не хочет мой сын, чтобы мы встречались. Так и давай расстанемся. Право сказала бы. Черта с два сказала бы. Бутылку вина купила. Поставила на стол, а? И что пей толку? Сколько хочешь, только не поставляй меня. И что толку от вина на столе? Будто на медне не напился он в буфете, да так, что еле домой притащили, да. Василуца-то сама домой тащила. Да брось, кума, ты тоже таскала. Да черта лысого бы я потаскала. Я бы ему сказала, повылаки могут идти твои ноженьки, так и пойдем домой. А нет, вот здесь под забором, как проспишься, так и приходи. Что-то я не вижу его костюмов, а? Ну и откуда им взяться? Позавчера ходил по Волоке домой, так гафица не дала. Да, сказала, ты до свадьбы еще у 10 вдовушек переночуешь. Что с собой таскать? А, не разлюбят. А на утро-то Василуца с заплаканными глазами ходила, да. Ой. Ты бы тоже плакала. Да черта лысого бы я бы плакала. Радио ему купила. Да, видать, скучно ему. Ой. Вот и купила. Это ты тоже купила. Да, кассет мне я купила. Я бы ему сказала, повылаки. Вот такая, какая есть. Хорошо со мной, хорошо. А так, если скучно, ха, привет твоей мамочке. А, портрет прибила на ковре. Прибила, так чтобы не удрал. Да все равно удерет. Вот помяните мое слово. Однажды утром Василуца опять проснется вдовой. Да? О, если это не так будет, может сказать мне, что я врожденная дура. Ой, будет извиваться Василуца. Змеей извиваться будет. Да ты тоже извивалась. Да черта лысого бы я бы извивалась. Ну, сказала бы я себе. Ну, пожил мужик с тобой. Ой, Нидика, я вам что скажу? И вот если это старый хрен, да? И благодарствую тебя за это, искателю дорога. Да, чует мое сердце, то-то будет комедия. Ой, я ног не пожалею, приду посмотреть на эту комедию. И даже если мины вокруг положат, а все равно приду. Ой. Ой. А я и не знала, что у меня гости. Ой. Ветром занавески вытянула, и они пылились. Да. Ветер рвал их клочья. А мы как раз проходили здесь и решили, что надо их убрать. Много еще табаку собирать. Осталось еще и мне, и вам. Пойдем, кумушки. А то и прямо ума не приложу. Когда управимся? Спасибо, что потрудились за блок на занавески. Тетушка, а они тут про вас сплетничали. Я даже не знаю, рассказывать вам или нет. Не надо, не рассказывай. Давненько ты не заходила, Софийка. А у нас скоро экзамены, и готовить надо было. Угу. Частенько мимо проходила, да не заглядывала.
Стыдно было, тетушка. Стыдно. Ну разве вы не знаете, что я натворила на прошлой неделе? Ой, а что ж ты натворила-то? Встретил меня в Павелаке у мостика. Ну и что ж ты встретил? Остановил. То шутил, то заигрывал. Ну и что ж ты заигрывала? То, что заигрывала-то, это ладно. Важно, как я себя держала. А как же ты себя держала? Да стояла, как дурочка, смотрела в землю. Мимо проходили люди, а я краснела и молчала, как идиотка. Ну что ж тебе было делать? Ну как же? Я должна была сказать Павелаке, что он женатый человек. И очень нехорошо, когда женатый человек... Софийка, ну когда же ты вырастешь? Когда я тебя уже увижу большой? Моя вина, что я не расту. Тетушка, а хорошо быть замужней? Хорошо. А он вас не обижает? Нет, не обижает. А чем вы его кормите, когда он приходит домой? Да что придется, он неразборчив. А когда выпьет стакан вина, говорит, что пойдет гулять? Нет, не говорит. Тетушка, спасибо. За что мне спасибо? Ну как же, раньше, когда он гулял, я себе места не находила. Тетушка, как вы строили эту Косомари? Трудно она мне далась, Софийка, один бог знает. Шерстинки собирала с каждого репейника и выткала эти ковры. Разъела руки от извести, пока побелила. Тебе будет легче, когда придет время строить твою Косомари. Я хотела бы строить свою Косомари так же сложно. Сделаешь, как все люди, теперь легче. Не, ну я хотела бы, чтобы моя Косомари была покрасивее, чем у других. Только сама я ничего не умею делать. Не ткать ковры, не хорошо белить. Я вытку тебе ковер, подумаешь, премудрость. Бери нитки, приходи, научу. Я приду. Только скажите, пожалуйста, вашему Павелаке. Что ему сказать? А чтобы не заигрывал со мной. Ладно, Софийка, скажу. И да, тетушка, больше никогда... Никогда не оставляйте окна открытыми. Ладно, Софийка, не оставлю. Василуца, ты почему не идешь в правление фотографироваться? С таким трудом я вырвал эти 20 сантиметров почета. Я же ведь уже отнесла им свою фотографию. Ну, та мала. И потом, сколько тебе там было? 16 лет? Ну и что? Пускай повисит молоденькая. А то и жарили на солнце, и сушили ветрами, и вдруг спохватились славить. Ладно, Петр, давай я тебе обновкой похвастаю. А что, ничего. Жаль, только Павелаке они будут малы. А у Ориона маленькая нога. Ориону они, пожалуй, будут впору. Ну что, приезжает? Если б приехал. Ой, если б он только приехал.